скукота. Вы же любите вот ваш процесс. Вы же снимаете, вы же пишете меня как какого-то матерого уголовника, включаете, выключаете, когда они говорят мне запись, да? И это же и есть ваш азарт. А вдруг он что ляпнет? Да не ляпну я, успокойтесь. А я терпеть не могу этого. И не потому что я могу пожить. Я не люблю все время общаться. Я люблю быть одна. Нельзя было назвать ее женщиной или мужчиной. Это была такая личность. Ну, в теле, в запертом таком теле. И вот запертая вот в этом достаточно красивом, но все-таки провинциальном городе. Вот запертая вот там в каких-то своих больших амбициях вот в этой квартире. Мне кажется, иногда стены шевелились от того, какие замыслы роились в этой большой личности. Кира же была очень добрым человеком при всем этом. Каким? Добрым. Добрым. Я не буду эту тему поддерживать. Людей же... Не буду я поддерживать эту тему. Вы ничего про нее не знаете. Женя, ну можно вот это то, что мы сейчас записали? Пользуйтесь. Хотя, конечно, не это коробит. Ну, нечего тут и обсуждать.